Это у нас санаторий называется Дионисий. Вот так новое здание. Вот сюда у нас приезжают люди лечиться с Алтайского края. Сейчас я там открыта территория. Поэтому находится он на улице Лесной. Вот Лесная улица. Сейчас я вам покажу территорию. Ну, уже поздно, конечно. Но все равно пока еще видно. Я сейчас покажу территорию санатория. Очень такая ухоженная территория. Тут вот фонарики. То есть тут на территории есть вот кустики. Но сейчас уже осень, и здесь уже территория, ну, как бы пустая. Сейчас уже не такая зеленая, облагороженная. Вот. Сейчас я вам покажу территорию. Тут, скорее всего, тут уже хозпостройки. Нет, это, наверное, верандочки. Вот для отдыха. Ну, летом-то, наверное, здесь все было очень красиво. Вот. Вот так. А здесь еще, наверное, один выход. Вот она, зона отдыха. А здесь просто зона отдыха. Да, и вот он, выход на внутренний дворик. То есть вот так вот здесь все выглядит. Езди погулять. Вот такая красивая территория у них.